Я Лаврентьева Наталья, библиотекарь Центральной библиотеки имени Пушкина, город Ртищево. В нашем городе происходит много интересных событий. Вот мы стоим напротив городского фонтана. Этот фонтан был не так давно в нашем городе открыт. Он очень интересен тем, этот фонтан светящийся. Такой достопримечательности в нашем городе еще раньше не было. 8 числа у нас выборы в местную думу. Я агитатор на этих выборах. Ну, думаю, придут в думу достойные люди, которые будут заботиться о том, чтобы наш город был еще чище, интереснее и красивее. В ознаменовании Дня города готовится встреча с поэтами города Ртищево, которая эта встреча будет происходить во Дворце культуры в новом зале. Вот я буду участником этой встречи. Сейчас я готовлю стихотворение о нашем Никольском храме, который был открыт в Ртищево где-то 2 года назад. Но это также на окраине города является, придает величие нашему городу, является также одной из важных достопримечательностей нашего города. Ну, я думаю, этот вечер для меня будет интересным и запоминающим. Ну, также мы ждем интересных мероприятий в День города. Ну, и думаю, порадовать нас красивым салютом. Замечательно. А скажите, а не могли бы сейчас прочесть стихотворение Никольскому храму? С удовольствием, рады будем послушать вас. Оно у меня еще как не до конца дописано. Ну, может просто быть, доработать часть. Ее. Может быть, доработать, может быть, частично. Наш Ртищево, маленький город, что в Прихопёре стоит, снежной морозной зимою, храм в нем Никольский открыт. Гордость, красу и величие городу он придает, ветер под звон колокольный тихую песню поет. Ну, это отрывок пока. Ага. Ну, замечательно, замечательно. О творческих планах скажите, пожалуйста, Наталья. Ну, я думаю, что у меня будут, так как я библиотекарь дошкольного абонемента, думаю, у меня стихи будут посвященные дошкольникам, будут стихи, посвященные нашему городу. Ну и вот у меня мечта, пока еще только задумка. Начала я ее писать, задумка, мечта, что я думаю в стихотворной форме написать поэму об истории нашего города Ртищево. Замечательно, замечательно. И несколько слов о вашей знакомстве и вашем общении с Валерией Викторовной Соколовой, потому что мы представляем эту запись, будет представлена на нашем сайте, посвященном Валерии Викторовне Соколовой. Вы можете хотя бы что-то напомнить, сказать зрителям? Будьте добры. Ну, наверное, эта встреча все-таки для меня была подарком судьбы, потому что встреча с такими людьми – это... Но большая, наверное, редкость вот, в современном мире, с которым много, конечно, как говорится, негативных явлений. Ну и такие встречи, они дают, наверное, силы на то, чтобы мы были чище, добрее душой, на то, чтобы мы стремились создать как много больше хорошего и интересного. Я читаю ее стихи с удовольствием, ну и с благодарностью ее вспоминаю. Всегда иду, когда в храм, ставлю свечу за упокой и говорю ей спасибо за то, что она была в моей жизни. Только, конечно, досадно, что очень короткий период это было. Ну, спасибо ей за то, что она в моей жизни была и в памяти остается. Ну, слава Богу за все. Всего доброго, Наташа. Спасибо за интервью. Всего доброго.